Здоров'я людини у її руках. Та чи працює цей вислів, якщо ви зробили усе ніби правильно, а щось пішло не так? Саме про жіноче здоров'я будемо говорити сьогодні з Оленою Гавлюк, лікаркою-гінекологиною, ендокринологиною. Доброго дня, пані Олено. І справді жінка та світ її здоров'я, він взагалі особливий. І як жінка буде ставитись до себе і до того, що їй природою зазначено, то саме від того буде залежати і сила нашого наступного покоління. От, мабуть, так можна сказати, бо це насправді дуже важливо. З приводу карантину і тієї ситуації, яка зараз склалася в країні, в світі, як жінки зараз можуть приходити на консультації, як вони зараз можуть піклуватися про своє здоров'я, чи є така можливість, як і минулого року, жінці почувати себе здоровою? Прежде всего, здравствуйте. И, безусловно, конечно, в условиях карантина жизнь продолжается. И женщина должна быть здорова, должна быть красива и должна быть благополучна. А значит, она должна иметь все те же самые возможности получить помощь у гинеколога, получить в том же объеме исчерпывающую консультацию, иметь возможность задать все интересующие ее приемы, иметь возможность быть осмотренной, обследованной и получить исчерпывающее, самое лучшее и самое правильное, индивидуально под нее адаптированные рекомендации. Поэтому жизнь продолжается, и пусть будет карантин. Безусловно, карантин – это определенное ограничение. Это ограничение в передвижении и, к сожалению, в движении. И это ограничение, скажем, и новый режим питания. А известно, что в карантине люди значительно больше едят, значительно больше покупают. И если посмотреть на те тележки, которые одна и та же семья... Уже зараз не так, вы знаете, пані Олено. Возможно. Я дивилася, на самом початку люди прям вивозили, боялися, що ж буде, чи будуть зачинені магазини, не зможуть купити вони продуктів, тобто так, запаслись. То вже якось за тиждень, за два, якось вже не видно таких величезних сумок, тобто люди виносять трошки менше. Конечно, да. І тим не менше, ограничення подвижності, ограничення движень, і все ж змінення і раціону питання, і режиму питання, і значительно більше часу проведення в неподвижности или на кухне, поскольку сейчас многие, в общем-то, ведут либо дистанцированную работу, либо на отдаленке находятся, то времени проведения в стенах дома увеличилось, и женщина, безусловно, ну, по статистике, больше тратит времени на приготовление еды. И, разумеется, вся семья ее усиленно потребляет. Поэтому есть, конечно, и неблагоприятные факторы карантина, безусловно. Это и лишние, как минимум, 3-5 килограмм к концу карантина. Это, Но мы об этом поговорим. Так. Это и потребление углеводистой пищи, а мы понимаем, что карантин – это стресс. Безусловно, это стресс хочется любого организма. Солоденького. Да, кто-то заедает сладеньким, кто-то сидит для того, чтобы снять стрессовую ситуацию у экранов компьютера. Но я думаю, что там информация ничуть не лучше, чем, в общем-то, ой, пані Олено, знаете, насправді поэтому... так. От ті питання, про які ви тільки що сказали, вони насправді вже давно турбують і жінок, і чоловіків, взагалі, і дітей, так? Ну, тобто, усіх нас. І для того, щоб впоратись з усім, то вже давно вже давали рекомендації так робити вправи фізичні, намагатися їсти іншу їжу, хоча б трошки слідкувати за своїм здоров'ям, але все одно мені здається, що це дуже важко зробити кожному з нас, от прям дотримуватись того, що потрібно. І, звісно, потрібно якось, можливо, збалансувати харчування так, щоб ми їли хоча б правильну їжу, хоча б так, так? Нехай, може, ми її більше будемо їсти, але хоча б ми будемо розуміти, що саме ми вживаємо. Однозначно. Я совершенно з вами согласна і хочу тільки лише доповнити, що для здоров'я, женського здоров'я, необхідно дійсно правильне питання. Я не дієтолог, але тільки дам небольші рекомендації относительно того, що може улучшити, повисити женське здоров'я. Це, безусловно, употреблення великого кількості овощей. І головне – це овощі зеленого цвіта. Авокадо.
Огірки? Например, петрушка, лук зеленый, пожалуйста, в большом количестве. Это должна быть рыбка, обязательно рыба, где есть кальций, фосфор. Это обязательно должно быть мясо, это животный белок. Некоторые каши, крупы, которые, в общем-то, не противопоказаны, ограничьте, пожалуйста, ограничьте количество углеводов, это обязательно. Увеличьте количество движений, это могут быть занятия гимнастикой в условиях домашних, это могут быть прогулки, но не в общественных местах. Но пребывание человека на свежем воздухе просто необходимо для его здоровья. И солнечные лучики все равно необходимы, поскольку они способствуют выработке витамина D, а мы знаем, что витамин D – это необходимый химический элемент, химическое вещество для работы иммунной системы. Ну, в условиях дефицита Я не знаю, куди зараз ходити, якщо в парк не можна, біля берега річки не можна, тобто, ну, взагалі, насправді, ти думаєш, де тобі можна? Тільки балкон? Ну, все. Ну, получается, балкон, где-то улица. Якщо повезло, то хтось має свій власний будинок, то це дуже добре. Да. А так в місті дуже важко. Ну, в таком случае можно употреблять, предварительно сделал анализ крови на витамин D, можно употреблять витамин D уже как... Штучный, так? Конечно, штучный, безусловно, да. Это тоже будет хорошее подспорье для работы иммунной системы. Очень важно для нас, женщины, не набрать лишние килограммы за период карантина. Очень важно, поскольку лишние килограммы – это увеличение подкожной жировой клетчатки. Я немножечко, буквально немножко о гормонах. Буквально, это так, очень важно. Так. Это лишние килограммы, а килограммы – это подкожная жировая клетчатка. А мы знаем, что подкожная жировая клетчатка – это источник наших женских половых гормонов, эстрогенов. И гиперэстрогенное состояние могут приводить к гинекологическим заболеваниям, сопровождающим пролиферативными и гиперпластическими процессами. Поэтому, пожалуйста, не употребление углеводов – это также профилактика гинекологических заболеваний в период карантина. А если можно, так, пані Олено, ну, что не можно есть? Ну, давайте так просто расскажем нашим глядачам, жінкам, які все ж схвильовані. Набрали, можливо, кілограми 3 чи 2, може хтось і 5. Можете більше. Так, тому що не можна? Что нежелательно? Небажано, скажем так. Ну, хорошо. Небажано самое главное. То, что снимает, то, что для женщин является антистрессовым фактором. Это пирожные, это мороженое, это конфетки, это фрукты с повышенным содержанием глюкозы, это виноград, это инжир, это много достаточно фруктов. Сколько смачного вы сейчас переликовали? Ну, ничего. Пожалуйста, кушаем ананасы, кушаем киви с большим удовольствием, кушаем яблоки. Выбирайте, пожалуйста, зеленого цвета яблочки, они очень полезны. Вот. По большому счету, огромное количество фруктов можно из них готовить в прекрасное блюдо, но без сахара. Очень полезны эти овощи и фрукты, которые оранжевого цвета, это морковка, яблоки, предпочтительные, конечно, зеленого цвета, но можно и красные. Хорошие печеные яблоки, есть апельсины и мандарины, если нет аллергической реакции на цитрусовые, да бога ради, пожалуйста. И чем больше фруктов и овощей, тем больше, тем лучше обмен веществ в организме, тем лучше у нас метаболизируется і білки, і жири. І, якщо, наприклад, з круп ми візьмемо, виключимо ті небажані крупи, манна, мабуть, небажана пшенична, так? Краще гречку їсти. Ну, всім відома гречка, овсяна полезна, да. Тобто, в общем-то, можна, звісно, робити якусь елементарну випічку в условиях домашніх, ну, пожалуйста, муку пшеничну можна замінити якими-то злаковими. Всяких много різних очень рецептів зараз в інтернеті. І дуже важливо к правильному питанню добавити движение. То есть в условиях домашних, пожалуйста, зарядка. Сколько угодно, много программ сейчас на гаджетах, которые полезны и необходимы. И огромная просьба, пожалуйста, это относительно стресса. Огромная просьба, пожалуйста, относитесь к карантину как к временной, вынужденной мере. Относитесь ко всему разумно. Нужно дифференцировать, что для нас необходимо, без чего мы не можем обойтись. И чем мы можем поступиться в эти дни. Потому что стрессовая реакция, стрессорность общества невероятно высока. По большому счету, я не хочу, чтобы это выглядело очень жестким, прозвучало это слово, но психотеррор
который идет из средств массовой информации, просто ужасающий. Женщины, которые приходят на прием, по большому счету сейчас обращаются с проблемами с менструальным циклом, с нарушением менструального цикла, которые, разумеется, появляются на фоне гормональных дисфункций. Раньше не было у них такого, конечно, так? А сразу это появилось. Угу. Или были, но были в состоянии компенсации. После проведенного лечения они имели хороший гормональный, достаточно сбалансированный фон, и не было проблем с циклом. На сегодняшний день это опять-таки вход в фазу декомпенсации на фоне стрессов. Мы понимаем прекрасно, что наша жизнь вообще взагалито, она полна стрессовых ситуаций. Но острый стресс – это тренировка для сосудистой системы, для тренировка для иммунной системы. Но что касается хронической стрессовой ситуации. Долгий, там, когда, затяжный. Да, когда высокий, стабильный высокий уровень адреналина, и, следовательно, безусловно, сливается на этот адреналин кортизол. И кортизол – тот гормон, который так необходим нам для гормонопродукции, который необходим для работы иммунной системы, вместо того, чтобы тратиться на эти необходимые пути, он сливается на нейтрализацию стрессовой реакции. Поэтому мы имеем сейчас рост заболеваний, связанных с гормональными дисфункциями. Я думаю, что в период карантина и после карантина, я не думаю, что здоровье женского населения будет лучше. А как его пополнить? Чи є якісь варіанти, щоб, ну, ми ж розуміємо, що все одно стрес є. І отак собі сказати все, я не хвилююся, це неможливо. Да, що тоді зробити і як себе, можливо, чимось підкріпити? Ви маєте в виду медикаментозне супроводження? Медикаментозна допомога? Я не знаю, хотілося б не медикаментами. Хорошо. Можливо, є натуральні якісь речовини, конечно, не знаю, да, продукти. Звісно, так. Конечно. Но помимо того, что мы с вами говорили, помимо правильного, рационального питания, содержащего именно натуральные витамины, потому что мы знаем, что именно натуральные витамины способствуют оздоровлению. Химические комплексы, витаминные комплексы, которые продаются в аптеке, да, они работают, но в случае дефицита, витамина дефицита в организме. Мы дополняем и получаем фазу компенсации, но улучшению здоровья способствует только натуральные. Поэтому мы поговорили о еде, и я второй пункт – это хочу попросить вас, пожалуйста, больше двигайтесь, выполняйте элементарные разумные упражнения. Третий пункт – питье, водный режим, он обязателен. Пожалуйста, если для вас это не затруднительно, то понемногу, небольшими порциями воды, но не менее 1,5 литра в день, я говорю о здоровых людях. Я не говорю о людях, имеющих какой-то спровоцированный приморбидный фон, имеющих какие-то хронические заболевания почек, где нарушена, допустим, выделительная функция, или, к примеру, есть нарушение лимфодренажной функции в организме, тогда, конечно, эти цифры не подходят, и здесь нужно пересмотреть их, безусловно. Но достаточно большое количество воды для того, чтобы организм имел возможность вывести токсины, и при нормальной сохраненной функции почек она сохранена у большинства людей, безусловно. Это тоже очень важный момент. И очень важно все-таки дифференцировать, понимать, что истина, она не в крайних значениях выборки. Я говорю сейчас о статистической выборке. Есть крайнее мнение, есть позитивное, есть негативное мнение, но истина всегда посредине. Знаете, очень сложно принять правильное решение. И вот вот здесь, пожалуй, будет очень уместна метафора о слоне и наезднике. Слон – это наши эмоции, это наши страхи, это наши сомнения, это наш гнев. Он огромен, он неповоротлив, и он движется. На слоне находится наездник. Это наш разум, это то логическое, рациональное зерно, которое в нас есть. Это то, что управляет нашим организмом, нашими эмоциями, нашими страхами, нашими сомнениями. И когда вам плохо, вот когда сомнения берут, как поступить, поступить или не поступить, сделать шаг или не сделать, совершить действие или нет, тогда, наверное, рационально, разумно вспомнить, кто же все-таки сейчас управляет кем? Либо наездник страхами, сомнениями, стрессом, либо все-таки разум, логика и рациональное зерно, которое априори природы заложено в нашем организме и которое сохраняет
и роль которого именно в том, чтобы сохранить постоянство внутренней среды в организме, сохранить тот гомеостаз, тот баланс гормональный, баланс обмена веществ в организме, генетически заложен в нас. Разум все сделает, просто не надо ему мешать. Пані Олено, ну на цих золотих словах ми і завершимо з вами програму. Дуже дякую вам. Насправді, ви сказали ті речі, які вже давно люди хотіли почути. Насправді, спасибо треба большое. Розуміти, що ми робимо, для чого спасибо. І куди ми йдемо, і що буде потім далі з нами. І насправді, дуже хочеться, щоб ми всі були здоровими і менше сподівались на якісь негативні результати, на те, що там буде щось не так. Треба вірити в краще, треба розуміти, що в будь-якому випадку, але все повинно бути тільки добре. Я спасибо вам большое, спасибо. И от всей души, желаю пережить карантин, пережить стрессы и выйти победителями из ситуации. Ну, а мы будем рады помочь. Звичайно, тільки так, так повинно бути. Ну що ж, зустрінемось з вами вже завтра о 13:30 і сподіваюся, що ця інформація, яку ви сьогодні почули, була для вас корисною. До побачення.